Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Что, праздники продолжаются? Настроение хорошее продолжается, да ведь? Надо же радовать друг друга. А в чем собачья радость? В чем собачья радость? Кто знает? Мама знает. Уши зайца, это просто песня. Да что ты говоришь? Ты ругаешься, скажешь. Да, хватит болтать, надо уши давать, да? Вот правильно, молодец. А я не дам, сама съем. Ай, ты ругается. Говорит, что если мама, ты сама съешь? Ты дурная, что ли? Это наши ушки. Наши ушки на макушке. Ну как же они их любят. Вот это же просто... Так, шейх первый урвал. Так, герой пошел. Так, это кто? Шейх, ты второе украл. Ну-ка, сейчас вернусь. Малышня вообще хватает и убегает, и потом за другим. Ну-ка, Вигуся и Буся. Буся хватает, то это малышня неугомонная. Я причем посчитала на одно ухо больше, чем товарищи. Так, шейх, ты у всех поотобирала, а? Бусечка, на. Так, товарищи, Буся, ты главное охраняй, а вот эти вот мелкие... У них на одно ухо больше. Пойдем, Феёнок, искать твои ушки. Феюшка, я вижу уже даже где. Шейхуня, ты бабайка. Феёнок, держи, Феёнка, микродевчонка. Так, тут одно. Шейхуня. Так, кто-то... А, все вижу. Ня, моя зайчка. Где-то еще одно лишнее ухо должно быть. Потому что было на одно больше по количеству. Шейхуня что-то много нахватал и убежал. Вон все деликатно как кушают. А ты разбойник маленький, ты растешь разбойником, хулиганом. Ты хулиган. Хулиган. Хулиган ты хулиган. Он пошел свое бросил и пошел искать, у кого бы отобрать. Ну это что за безобразничество? Ай, а ты какой? Кусит и никого не слушает, маленькая. Шейхуня, не притворяйся. Я тебе не верю. Ой, Тяня, вкусненько, да, Донечка? Вкусненько, очень вкусненько. Ой. Вон Буся кушает свое ухо, вон одно еще лежит. Вот, тирити-тирити. Ай, так ты такой белый, облачный ребенок. Ой, шейх бессовестный опять схватил, а? Ну что за дитятка такой, а? Прям, вот молодец. Сейчас понесет в норку. Да, и Вигуся кушает с удовольствием. Все молодцы. Вот такая собачья радость. Ну а всем хорошего настроения и замечательных праздничных денечков.